Разобранные трамвайные пути, раскопанная траншея. На перекрестке Трелиссера и Партизанской водители на свой страх и риск переезжают улицу по бездорожью. Остальные едут в объезд. Из-за ремонтных работ иркутянам приходится сталкиваться с транспортными трудностями. Вот уже несколько дней на этом участке не ходят трамваи. Пересечь Партизанскую на автомобиле также невозможно. Однако знаки, предупреждающие об этом, стоят далеко не везде. Как рассказали в городском комитете по ЖКХ, дорожные знаки должен устанавливать подрядчик. За халатность ему уже не раз выписывались предписания. Схема движения автотранспорта согласована с управлением ГИБДД города. Участки дороги во время проведения работ закрываются для движения поочередно. По словам строителей, на этой улице будет не только новое дорожное полотно, но и проезжая часть станет более удобной для движения. Будет заменено покрытие существующей проезжей части и, кроме того, будет покрытие проезжей части на трамвайных путях. Раньше было обособленное движение трамваев, и поэтому проезжая часть достаточно узкая была, порядка 5 метров в каждую сторону. Теперь будет общая ширина около 15 метров проезжей части. На ремонт улицы Партизанской на участке от Волжской до Первой Советской из городского бюджета выделено 67 миллионов рублей. За предстоящие выходные рабочие должны успеть заменить более 2000 метров трамвайных путей. До 10 октября уложить более 1000 метров дорожного полотна. С 3 числа движение трамваев на улице Партизанской планируют возобновить. В случае невыполнения условий договора к подрядчику будут применяться штрафные санкции. Раиса Силина, Николай Крупченко, Александр Барановский. Новости сейчас.